Центр, докладывает Сэм Белл. Все системы работают нормально. На сегодня все. Рок-н-ролл и благослови Бог Америку. Луна, добывающая база. Штат, один человек, контракт 3 года. Доброе утро, Сэм. Хочешь, чтобы я высушил тебе волосы? Lunar Industries остается ведущим поставщиком экологически чистого топлива для Земли, благодаря таким людям, как ты. Мой папа — астронавт. 3 года — это прилично. Я знаю, ты там уже давно, но я горжусь тобой. Осталось 2 недели, Сэм. 2 недели, приятель, и я домой. Похоже, у нас кто-то за бортом. Пойду гляну. Хорошо, Сэм. Покидаем рабочий периметр. Фантастически невероятное кино. Однозначно стоит посмотреть. Нашел снаружи. Говори, кто это? Сэм, похоже, ты что-то скрываешь. Непростое, умное кино. Что происходит? Откуда он взялся? Почему он так похож на меня? Редкая жемчужина научной кинофантастики. Ты здесь слишком давно, у тебя уже крыша едет. Захватывающее кинопутешествие в компании с потрясающим Роквеллом. Я не понимаю, что происходит, я схожу с ума. Я хочу домой. Я знаю. Сэм Роквелл и голос Кевина Спейси в фильме Дункана Джона «Луна 2112». В кинотеатрах в сентябре.